Здравствуйте, ребята. Здравствуй, Салават. А ты у нас сегодня победитель. И здравствуй, Сергей. Ты сегодня серебряный призер. У вас была заруба, по-моему, практически до самого последнего километра шли вместе. Только ближе к финишу Салават немножко оторвался. Вот расскажите, как сегодня прошел старт. Я думаю, начнем с Салавата, а потом Сергей подключится к нашему разговору. Ну, старт пошел нормально. Думали, будет холодно. Ну, а так вроде 10 часам все нормально стало, потеплее. Как вы довольны были выступлением? Ну да. То есть какая была тактика? Вы получили одинаковую тактику, поскольку вы представители одной команды, Республики Мордовии. То есть какая тактика была у вас какая-нибудь или нет? Ну да, мы это хотели 4-10 пройти пятерку, потом уже разобраться. Ну, и когда? То есть я так понимаю, вы только на самом финише стали оторваться, да? Ну да. Ну, за 2 километра. Ясно. Ну и Сергей не очень расстроился за то, что попустил друга вперед? Нет, не очень. Я не готовился на этот скорость. Угу. Это совершенно другое. Просто поддержал, как бы, так получается, Салавата, скорость Салавата, как бы, да? Заодно, как бы, и в том числе Салавата уже такой результат нормально показал? Или, я так понимаю, тренер вас недовольный? Или довольный результатом? Я лично доволен, но так-то было лучше, если бы еще и мастер выполнил. А много не хватило на мастера? 3-4 секунды. Только совсем чуть-чуть жалко, да? Просто не подосчитал немножко так. Но такое тоже бывает. Ясно. Ребята, тогда расскажите о себе. Вот Салават Насипович, откуда ты? Скажем так, как долго занимаешься ходьбой? Сразу пошел в ходьбу или занимался другой легкоатлетикой? Ну, я занимаюсь 4-й год уже. Угу. Пришел сразу, начал ходьбой ходить. А откуда, с какого ты города, с какого там района? Республика Мордовия, город Саранск. Угу. Саранск, прям, да? Да. Ясно. Тебе нравится ходьбой заниматься? Почему ты пришел в то время, когда все-таки уже стали наезжать на саранский ходьбу? А все-таки выбрал? Почему выбрал ходьбу? Ну, не знаю. Пришел вроде бы в футбол поиграть. Так. Потом на следующий день ходьба еще. То есть ходьба, она заряжает, да? Так. Да. Ясно. А у тебя, Сергей, расскажи, пожалуйста, о себе. Ну, я с города Саранск. Ага. Ходьбы занимаюсь 1 год с небольшим. Вначале до этого бегал года 3-4. А бегал что, выносливость или спринт? Нет, длительные дистанции бегал. Длинные, да, дистанции? Да. Ясно. Ну и какие планы, ребят? Что сейчас будете делать? Отдыхать? Ну да, отдыхать, потом снова готовиться к регенерации. Ясно. Ну и все-таки есть какие-то эмоции, что это, по-моему, это для вас же первая, по-моему, золотая медаль, да, и вот для Салавата? Ну, нет, в том году я еще на летней России. На летнем были, на зиме первый раз, а на летнем побеждали тоже, да? Да, да. Я, то есть, как бы, ну, эмоции все равно есть какая-то, все-таки в Сочи, как бы, такой город. Здесь первый раз выступаете или выступали уже здесь? Нет, в том году выступал, Серега, первый год. А Сергей, сложно выступать на этой трассе? Нет, первый раз выступаю. Ну, сложно, нет? Как трасса? Раз, хороший раз. Ясненько. Ну и такой вопрос. А для вас это первая медаль? Ну, на чемпионате России. Да. Да. Первая. Ну тогда поздравляю. Я думаю, что у вас все получится дальше. Я думаю, что таким же тандемом идите дальше. Уже, я так понимаю, скоро вы уйдете уже до... Уже не так далеко осталось до юниоров. Так что давайте и продолжите эти успехи на юниорской в следующей категории. Так что успехов вам. Спасибо большое за интервью. Спасибо.